период ковида все должно быть сделано как надо. Приподнимайте ножки. Ставим стопочки вместе. Врач-рентгенолог – профессия диагностическая, и многие считают, что все, что делает рентгенолог, по сути, фотографирует. Конечно, это не так. Тем более, что непосредственно за съемку отвечает медицинская сестра. Задача рентгенолога состоит в том, чтобы выявить патологию исследуемого органа или органов, если это какие-то парные у нас есть органы. Мы должны выявить патологию, соответственно, сделать заключение, сделать подробное описание, и в последующем клиницист, уже сопоставляя все с клиническими данными, может вынести заключительный диагноз. Врач-рентгенолог Елена Дудко изначально планировала стать терапевтом, но решила для себя, что не лишним будет освоить еще одну специальность, и, как говорится, втянулась. Я пошла в ординатуру по рентгенологии. Это считается диагностическая специальность. И, проучившись год, я поняла, что рентгенология меня захватила с головой, и уходить оттуда я уже не захотела. Для Елены и ее коллег 8 ноября, когда отмечается их профессиональный праздник, обычный рабочий день. Признается, что особых торжеств не устраивают, разве что соберутся скромно за чашкой чая. С коллегами собираемся, вспоминаем университетские годы, старшие наши коллеги, они рассказывают интересные случаи, которые были, как они начинали работать. В общем, как-то так мы отмечаем День рентгенолога. Ежедневно рентген-кабинет посещают более 60 человек, и каждый из них знает, что быстро и оперативно получит необходимую помощь. Мы поздравляем Елену и других врачей-рентгенологов с профессиональным праздником. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ.